чем мы будем замачивать нашу утку? В том, что есть дома под рукой. Ну, возьмем лук, лука можно побольше взять. Соли по вкусу. У меня есть универсальная приправа для шашлыка. Входит в нее перец, сумах, базилик, паприка, укроп, чеснок, кумин. Отдельно добавлю еще базилика. Базилик никогда не бывает лишним. Я бы добавил сюда еще лимонный сок, но лимона нет. Добавим майонез. Ничего страшного. Так, и немножко горчицы. Достаточно. Также будет неплохо добавить сюда помидор. Перемешаем, чтобы лук дал сок. Все, соль смешалась, специи смешались. Обалденный запах от этого маринада идет, честное слово. Кладем мясо. Перемешиваем. Закрываем крышкой, убираем в холодильник.